Здравствуйте, в эфире Азов.Инфо Спорт, в студии Александр Истомин. Азовские шахматисты вернулись со всероссийских соревнований «Белая ладья». Как уже сообщалось ранее, наши спортсмены защищали честь города в Дагомысе. В этих соревнованиях приняло участие 73 сильнейших команды России, то есть по одной команде от каждого региона, а всего соревнований «Белая ладья» по России приняло участие более 1000 команд. 70 лучших собралось в финале. Большинство команд представляли областные центры, республики. Нашу область представляла команда-победительница, команда города Азова, школа номер один. Этому соревнованию было придано очень большой вес и значение, потому что это соревнование будущее российских шахмат. И дети, которые, как правило, играют в финалах «Белой ладьи», потом проявляют себя самой лучшей стороны. Знаменательно, что впервые, вообще-то говоря, в шахматной истории, и не только детских команд, среди взрослых, в открытии этого турнира принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который обратился к детям с напутственным словом, с пожеланием успехов, и его влияние, конечно, было неоценимо. Природа хорошая там была, много разных растений. Конечно, запоминается то, что к нам приехал президент Российской Федерации. Он пожелал всем удачи, вдохновил всех, сказал, чтобы не расстраиваться и вперед идти. При начале нам вручили майки, вот такие вот эмблемки «Белая ладья». Вот. У Евы как раз в дни проведения был день рождения, ей тоже там подарки вручили. Я провела там свой день рождения. Это было так классно, ведь я еще ни разу не проводила свой день рождения не дома, и там все меня поздравляли. И я закрепила свой вывод: не спешить и не атаковать раньше времени. Я не уверен. И еще я поняла, что в России городов очень много, сильных городов. Я на своей доске получила второе место. Я набрала 7,5 из 9. Там были разные города. Одна команда подарила нам календарики со своим городом, Кострома. Это был очень хороший жест. Спортсменка из Украины Алена Тельная приехала в наш город и играет в футбольном клубе «Дончанка». Наши корреспонденты продолжат тему. На стадионе «Сдюшор» номер 9 продолжаются регулярные тренировки женской футбольной команды «Дончанка». 18 июня в рамках первенства России предстоит ответственный матч с командой из Тамбова. «Дончанка» на сегодняшний день подготовилась к первенству России. Но самое главное то, что мы из прошлогоднего состава никого не потеряли. Однако больше тренера волнует игра в 1/4 кубка с другой командой. И когда мы сыграем с лидером чемпионата России, с командой «Зорки», где в команде «Зорки» на сегодняшний день 8 игроков сборной России, 2 игрока сборной Белоруссии, 3 игрока сборной Украины. Ничего, мы постараемся все-таки в грязь лицом не ударить. Тут и покажет всю нашу готовность к чемпионату, к первенству и к всему на свете. Недавно в команду вернулась перспективная спортсменка, жительница юго-востока Украины Алена Тельная. Получается, я здесь отыграла год, у меня контракт закончился, я еще травму получила, вернулась обратно в Украину. Но там побыла буквально месяц, то есть меня Сергей сюда забрал обратно. То есть я там не могу ни тренироваться, то есть сейчас как там война идет, поэтому у меня нет никакой возможности даже просто тренироваться. Алена благодарна команде и тренерскому составу за то, что ей предоставлена возможность снова играть в «Дончанке». Команда очень хорошая, коллектив очень дружный, тренера очень хорошо относятся. Команда очень хорошая, здесь очень приятно находиться и играть. Александр Истомин, Татьяна Иващенко, Игорь Скуднов, Азов.Инфоспорт. Это все о спорте, следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.